Всем привет! Мы сегодня с папой решили подняться на нашу гору. Мы живем возле нее, логично, но она очень высоко находится. И надеюсь, мы там увидим хороший вид. Но гора тут... Я уже устал. Не понимаю, как люди сюда ходят. Мы поднимаемся минуту. Всего лишь метр прошли. Вот так вот. О, я сейчас сниму, это классно выглядит. Вон, видите, за моей спиной? Мимоза. Вот здесь вот. Мимозка. Ух ты, что такое вид. Вид отсюда классный, правда. На Черное море, на олимпийские объекты. О, мушмула. Здорово. Тут у нас уже горянка колхидская. Что это? Это краснокнижное растение. Его здесь много. Да. Вон. Целая крутинка, да. Плющ. Так вот, где еще есть классное место с горяночкой. Мимоза у нас уже отцветает. Последние вон остались. Заросли. Здесь все желтенькое было неделю назад. А сейчас уже все. Так. Нам предстоит вот сюда спуск. Йо-хоу! Глянь. Это круче, чем у нас на даче. Зато виды классные. Такой уголок обычного Сочи, не того, который в центре для туристов, а с частными домами. Кактусики. Кактусики у нас вообще никто не закрывает. Они немножко охладились и все. О, мимозу попилили. О, лучше глянь, еще мандаринчики есть. Падают. Не собранные. Глянь, сколько нарциссов здесь будет. Ага. Во, классный вид.